сколько дней хранятся посылки на почте. Сроки хранения посылок на Почте России. Хотя, на мой взгляд, и 15 дней вполне достаточно, чтобы забрать свою посылку. Но на самом деле, в большинстве случаев у вас гораздо больше времени на это. Тогда особенно растиражировали тему с сокращением сроков хранения в 2 раза, с 30 до 15 дней. Собственно, люди начали беспокоиться о том, что могут не успеть забрать свои заказы и их отправят обратно в Китай. Месяц прождать свой заказ и в итоге не получить его, потому что не успел забрать, крайне неприятно. Думаю, стоит немного поговорить о сроках хранения посылок с AliExpress, да и всех остальных, в отделениях Почты России. Тут все не совсем однозначно и особенно много путаницы началось после изменений в правилах оказания услуг почтовой связи от 2018 года. Сколько дней хранится посылка на почте? Чтобы это узнать, достаточно заглянуть на сайт Почты России, я недаром выделил «Международные мелкие пакеты». Ведь именно мелкими пакетами отправляется львиная доля посылок с AliExpress. Соответственно, у вас есть 30 дней, чтобы забрать ее, а не 15. При этом срок исчисляется со следующего рабочего дня, после поступления посылки в отделение. Да и после истечения срока, вашу посылку могут отправить обратно далеко не сразу. Она вполне может провалиться на почте еще пару недель. К тому же, если вы точно знаете, что не сможете получить посылку в установленные сроки, можно написать заявление на продление срока хранения до 2 месяцев. Услуга эта платная и отличается в зависимости от вашего региона. Узнать стоимость такой услуги можно здесь.